Треба підготовлення до перегляду. Господа, наш самолет оснащен аварийно-спасательным оборудованием. Просим вас ознакомиться с правилами его. Ladies and gentlemen, please pay attention to the emergency equipment demonstration. Наш самолет имеет 6 аварийных выходов. Выходы расположены 2 в носовой части, 2 в хвостовой части самолета. Выходы снабжены автоматическими надувными трапами. 2 аварийных люка на плоскость крыла снабжены канатами. Our aircraft has 6 emergency exits. 2 exits are located in the front, and 2 exits are located in the rear of the aircraft. These exits are equipped with inflatable slides, and there are 2 overwing emergency hatches equipped with escape ropes. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». Световая дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Every exit is marked with an exit sign. The illuminated track will direct you to the exit. Pay attention to the exit closest to you. Ваш ремень безопасности должен быть застегнут после включения табло «Застегните ремни». Посмотрите, как им пользоваться. Your seatbelt must be fastened after the fasten seatbelt sign is illuminated. Observe the following demonstration. Ваш ремень застегивается. Fasten your seatbelt. Регулируется. Adjust. Расстегивается. Unfasten your seatbelt. В случае разгерметизации пассажирского салона кислородная маска выпадет автоматически. In case of decompression, oxygen masks will drop automatically. Когда вы увидите маску, потяните ее вниз. Плотно прижмите к носу и рту, дышите нормально. When you see the mask, pull it down, press it firmly over your nose and mouth, and breathe normally. Сначала наденьте маску себе, затем ребенку. Put on your own mask first, and then assist your child. Подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. For more details, refer to the safety card located in the seat pocket in front of you.
господа, просим вас приготовиться к взлету. Убрать откидной столик, привести спинку кресла в вертикальное положение, опустить подлокотники кресел, открыть шторку иллюминатора, застегнуть и затянуть ремень безопасности, перевести электронные устройства и мобильные телефоны в авиарежим, не использовать персональные наушники во время руления и взлета самолета. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, to prepare for takeoff, please stow your table. Return your seat back to the upright position. Lower your armrests. Open your window shade. Fasten and tighten your seatbelt. Switch your mobile phones and electronic devices to airplane mode. Do not use personal earphones during taxi and takeoff. Thank you for your attention.